Давным-давно, когда мама и папа были еще совсем маленькими, катались на санках и прыгали через скакалочку, все сказки были добрыми, а фонари – волшебными. Волшебный фонарь покажи, фрегаты моря миражи. Волшебный фонарь освети, волшебную сказку пути. Волшебный фонарь. Митенька, убираем приставку. Сейчас будет диафильм. Не могу. Надо загадку разгадать, пока время не вышло. А ты, оказывается, загадки любишь? Ну еще бы. Квесты всякие. Это интереснее твоих диафильмов. А вот мы сейчас и проверим. У меня тут как раз история для тех, кто любит загадки. Таинственный остров называется. Включаю волшебный фонарь. Таинственный остров по мотивам Жюля Верна. Трое отважных друзей Джо, Джон и Джордж решили покататься на воздушном шаре. По дороге они попали в ураган и оказались далеко-далеко в море. Воздушный шар, ураган, море. Так и знал, что скукотища будет. Шар стал сдуваться, и трое отважных друзей посыпались в воду, как горошины из стручка. Ну и где твои загадки? Вдруг огромная рыба со стальной чешуей подхватила их и вынесла на берег необитаемого острова. Это морское чудовище, я в такое играл. Друзья сперва обрадовались. Но тут же загрустили. Как же мы будем жить без рогатки и подзорной трубы? Волновался Джо. Да пусть подсказку используют. На следующее утро на берегу лежали рогатка и подзорная труба. Какой-то таинственный остров, подумали друзья. А, понял, это пришельцы. У них тут лаборатория по производству нанорогаток. Друзья залезли на потухший вулкан, но на острове никого не было. Кто же тогда их спас? И откуда рогатка? Телепорт! Значит, там такой луч светит, и из него всякие полезные штуки вылетают. Скоро друзья заметили на горизонте корабль. Теперь-то они смогут вернуться домой. Как домой? А загадки разгадывать? Но, посмотрев подзорную трубу, они увидели черный флаг. Это были пираты. Не просто пираты, пираты-призраки. Поэтому на острове никого видно не было. Пираты подплывали все ближе и ближе. Друзья достали рогатку и приготовились к бою. Нет, тут бластер нужен с октолучами. И вдруг в море поднялась огромная волна. Пираты испугались и уплыли обратно. Нам опять кто-то помог. Обрадовались друзья. Бабах! Это охотники за привидениями из лазерной пушки. Пошла волна и всех победи. На следующее утро над островом появилось маленькое облачко дыма. Потухший вулкан проснулся. Сейчас он взорвется, и все утонут в море. Во, под землей спал дракон. А когда охотники из пушки стрельнули? Давай просто узнаем, чем все закончилось. В последний момент из воды вынырнула огромная рыба с стальной чешуей. Это оказалась подводная лодка. Из нее вылез капитан Немо. Подводная лодка! Как же я сам не догадался! «Скорее в лодку!» – крикнул капитан. Друзья, не раздумывая, запрыгнули в люк. Как раз вовремя вулкан взорвался. Теперь все понятно. Загадка-то простая оказалась. Вот кто нам помогал, догадался Джон. «Откройте еще одну тайну. Почему вы живете под водой?» – попросил Джордж. «Ну что, Митя, есть варианты?» «Тихо ты!» Сейчас капитан Немо сам все расскажет. «Хотите узнать мою тайну?» – ответил капитан.
Спросите у писателя Жюля Верна. Он про меня целую книгу написал. 20 000 лье под водой. Это что, он ничего не сказал? Нечестно! Скоро лодка приплыла к берегу. Капитан Немо высадил Джо, Джона и Джорджа и исчез в глубинах моря вместе со своей тайной. Кать, где у нас дома книжки хранятся? Мне тайну одну раскрыть нужно. Волшебный фонарь покажи, фрегаты моря миражи. Волшебный фонарь освети, волшебную сказку пути. Волшебный фонарь.